Добрый день всем с трех пескарей. Покрупнее. И тут же второй, да? Помогайте! Один есть. Блять, свалился. Юр, забери его. Прям себе можешь забирать сразу. Не ругайтесь, пожалуйста, матом. Там смотри, у тебя кончик поплавь, чтобы у тебя кончик запутан был. Ну что, помогаем, ребята. Хороший. Карпуша. Ведем мы второго, да? Ага. Подсачник. Ну какой. Все стороны, а? Смотри. Тут туда, тут туда. Вот, я тебе говорил, а поклевывал что-то, да? Слушай, я сегодня не ловлю. Это третий. Не, вот сам. Это третью рыбу мне подгоняет. Сегодня отдых, да? Вот такая вот рыбалка в трех пескарях. Расскажите, пожалуйста, сколько на воде, что у нас вообще в улове, как вообще проходит? В основном стерлить, немножко карпов, ловлю, сейчас на червя берет. Ночью брала на селедку и на кукурузу. Стерлить берет на червя, да? Да, сейчас на червя, да. Ну, иногда на кукурузу, там мне просто кидаю либо с кукурузы, либо с червем. Если не трудно, идет как раз видеосъемка, будьте добры, покажите свой улов. Таким вот образом у нас проходят сутки, да? Да, сегодня сутки удачные. Ни хвоста, ни чешуи. Отдыхайте. Спасибо.